И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, Димач, поздоровайся. Всем привет. Все просили, чтобы мы записали карту хоррор, сегодня у нас хоррор, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Так. Димон, это надо прыгнуть, электричество не зацепить, на ступеньки, что ли? Так это легко, смотри. Ой. Мне кажется, меня кацануло немножко, не? Ну, вроде так, нет. Ладно, давай, я спускаюсь тут очень высоко, прям вообще, ого. Прикольно, прикольно, мне нравится. Ну, давай ниже. Ого, я думал, еще ниже, ничего себе. Ой, блин, я упал, ну ничего. Блин, я тоже, ну ладно. Это телевизор большой или... О, там кнопка есть. А, это лифт упал. Телевизор большой. Я не знаю, почему мне показалось, что телек. Так, подожди, ну давай пока в яму не полезем, давай здесь пока. Чё-то ничего. Не, в яму нам все-таки надо, Димас. Давай, спускайся. Ух ты! Начинаются приколы нашего городка. Да, что-то разрушилось. Радио стоит. Трупейшн лежит. Нормально, все в порядке. Так, а как нам эту сетку сломать? Или не надо? Вниз, да, спускаться? Наверное, внизу будет монтировочка. Да, давай. О! Нифига себе технологии! Что-то заработало! Да, что-то работает. Закрыто. Генератор какой-то запустили, наверное, когда мы зашли сюда. Прикольные звуки, мне нравится. Вот, они отсюда идут, давай вниз. Ого, громче. Ого, это шахта. Димас, что ты за место такое мы нашли, а, с тобой? Какое-то страшное. О, там челик место. Стоит, смотри. О, о, здорово. Мы тут к тебе поработать пришли. Так, Димас, впереди какая-то желтая штучка. Ого. О, я думал, это текстурка какая-то. Давайте скример. Как-то... Как? Ногой. О! Звук пошел, значит, все правильно класс, делаем. Класс. Я вниз. Давай, я с тобой. А вода. Красиво здесь. Хорошо, хорошо. Очень замудрил разработчик, мне нравится. Разрушено так все. На. Ногой то все равно. Так, Димон, я вниз. Я ящик. Прыгаю вот на диванчик. О, Димас, слышал? Гром гремит какой-то. Опа, автоматы. Я взял. О, только ты взял и все. Короче, будешь меня защищать, Димас. Понял, понял, все сделаем. По феншую. Ух ты! А, блин, есть. Ой, извини. Димас, я в него физганом. Я думаю, ты что это у тебя за оружие новое такое, физган? Специальное, специальное. Фух, он так выбежал, я немножко поддернулся. Да резко просто. Да, очень. Давай, пошли. Так, две двери, так. Налево пойдешь. И направо не пойдешь. Направо пойдешь, золото найдешь, да? Не знаю. Вот так вот. Не, поженишься налево пойдешь. Вот, все, давай. О, красота. Это Дима с ногой, да? Так да, да, да. Понял. Ноги у тебя крепкие, металлические. Ты же аниматроник. Во. Так сказать, аниматроники решили прогуляться. О, вот, тут ветерок дует. Тут тоже. Какая-то, знаешь, хоррор-карта какая-то в каком-то стиле непонятном. Очень классно чувак сделал. Необычно. Она какая-то немножечко такая упоротая. А тут вообще, что только не творится. Так, здесь двери, я вижу. Здание, желтые какие-то двери. Это точно дверь вообще? Да, это дверь. Может, ее выбить надо, как и все остальные. Так, сюда, так, сюда. Нет, давай. Давай осмотримся, да. Кубы какие-то, ой. Вообще много всего. Так. А, нам наверх. Точно? Да. А мы не сверху пришли случайно? Да. Не знаю куда. Подожди, не, а мы снизу пришли. Все. Значит, нам в ту дверь нужно, Дима, сломай ее. Сейчас у меня есть одна удалялка. Удалялка. Еще одна удалялка. Вообще круто, дверь. Еще одна удалялка. Музончик везде разный. Эпично. Да. Мы его уберем. Ах ты, блин, я испугался. Ой-ой-ой. Сейчас какой-то криминал будет происходить. Сейчас зомби. Как-то темно стало, даже с ночным режимом. Да, темноватенько. Так, что здесь? А без ночного? Я не знаю, Димас, мы вообще в каком-то странном месте. Смотри. Эта дверь, она скрипит. Слышу. Она, кстати, не открывалась. Когда ты, Димас, зашел на второй этаж, она открылась уже. Подожди, а этот стул берется и в стекло его кинуть, не?
Блин, было бы прикольно. Ногой может выбить? Не удаляется даже. Это стекло какое-то бронированное. Это просто для изучения. Так, здесь мы были. Здесь мы были. Давай вниз тогда. Идем. Ух, какое-то странное место. Вот здесь портрет чей-то. Граффити, точнее. Это мы что, по стене ползаем или по потолку? Ну да, вот непонятно. Мне кажется, все-таки по стене. Ого, ползаем. Что тут творится? Да, Димас, это стена. Офигеть. О, Димас! Ты живой? Да. А, там вода, Диманчик, я к тебе. Класс. Тихо. Тихо, какие-то... Я слышу... Это звук странный. Да, аж мурашки по коже, Димас, такого звука. Сейчас что-то будет. Бело-черная комната. Или черно-белая. Черно-белая, наверное, лучше звучит. Такс. Дверь. Такс, карта очень большая. И необычная. Я так. Ну, уже больше половины прошли точно. Да. Половину, наверное, уже прошли. О, надо найти нам штучку одну. Так учусь, как будто сзади кто-то был, но не было никого. Такое чувство, как будто за нами еще, знаешь, кто-то следит. Ой. Наблюдает откуда-то. Ну и куда она? По крышам? В этом странном мире очень много всего странного. Здесь. Ого! Тачечки! Ой, тачки, нормально. Наконец-то хоть где-то можно покататься в хоррор. Так, на самую первую надо сесть. О, поехали, ребята! Тихо. Разворачиваемся. А, поехать должны. А, да, сюда, Димас. Вижу. Слышишь звуки? Взрывы какие-то. Ой. Ой-ой-ой, подожди, я еду. А куда нам? А, вижу. Только нужно на shift нажимать, чтобы был разгон. Димас, я по невидимому этому полу еду. Земля невидимая вообще, прозрачная. Давай. Воу, а чё я завис? Ого, меня подлагало. А так это можно, что ли? Это или так... Чё такое? Не знаю. Моя история, что ли, или что? Первый раз нам дают на машинах покататься и по карте прям круто. Да. Во, Димас, а впереди какие-то гранаты. Ой, застрял. Мне дали гранату, короче, 6 штук. Сейчас будешь, Димон, кидать. Ого, 6 штук. Ну, у меня 8 всего, у тебя сколько? Сейчас скажу точно. 75. А, Димас, нужно туда кинуть. Ой, Димас, убегай. А нет, я... Это... О, получилось, Димончик. Давай еще закидываемся. Прошли. Да, серьезно, просто покидали. Такой звук. Так, ну что дальше? Не, Димас, это еще не конец. Не конец, побежали дальше, музычка продолжается. Ну и куда? Так, уберем эту музычку, ребята. Она очень... подозрительно. Димас, а ты где? Я потерялся. Иду к тебе, я вижу твой фонарик. Вот, я к этому синенькому, я около синего фонаря этого. Вижу. Вижу. Побежали. Пойдем. Давай, с тобой вместе мы не хоть не потеряемся. Ну точно сюда. Похоже на какой-то слендер лес. Нет. Сюда. Нет. Сюда. Я не знаю куда. А карта получается не такая тут большая, вот, ну, я имею в виду этот квадратик, не такой большой. Значит, сюда. А чё мы здесь забыли? Не знаю. Давай еще раз пройдемся. Еще и гром гремит, слышишь? Да нет, тут ничего нету. Чё нам делать? Я не знаю, я уже сижу и думаю, а что делать-то? Все равно идут, ну хрен с ними. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!